Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов Grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для детей. Это костюм куклы. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. Давайте рассмотрим, из чего состоит костюм куклы для девочки. У нас в товаре визитка интернет-магазина Grandstar. И давайте посмотрим костюмчик. В товаре у нас головной убор в виде такого чепчика, посмотрите, розовенький. И здесь вот такие вот кружева, здесь бантик у нас. Так вот это выглядит. Здесь чепчик, он завязывается на завязочке. Он просто лежал в упаковочке, а так положить его, он выпрямится. Далее в комплекте у нас идет платьице, вот такое вот ярко-розовое платье, посмотрите, здесь оно уже с бантиками желтенькими, коротенький рукавчик, рукавчик здесь на резиночке и также с бантиком идет, по низу у нас идут кружева, оно трех цветов, то есть розовое, малиновое и желтое, подъюбник имеется в платьице, вот такой вот из сеточки, посмотрите, то есть платьице будет пышное. Внутри по талии у нас вставлена резиночка, так вот резиночка тянется. Сзади платьице у нас идет на завязочках, такие вот завязочки. Вот так вот выглядит платье сзади. Далее в комплект у нас входит пояс ярко-малинового цвета, смотрите, как красиво он переливается. Такой вот у нас пояс. И в комплект у нас входят панталончики, такие штанишечки в цвет пояса, малинового цвета. Они на резиночке тянутся. По низу у нас идет также резиночка, вот, тянется. И пришиты бантики. И также у нас по ножке идут белые кружева. Вот весь комплект, то есть платьице, пояс, панталончики и головной убор. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте Grandstar.ru.